Глава Самары Елена Лапушкина оценила качество работ по уборке снега и наледи в столице региона. Сегодня мэр города посетила Октябрьский район, проверив состояние уличной дорожной сети и качество уборки от снега и наледи, в том числе в районе школы номер 155. Вопрос безопасного передвижения школьников через проезжую часть по улице Артемовской был взят на особый контроль. На проезжей части будут установлены лежачие полицейские. Об этом рассказали в телеграм-канале Октябрьского района. В ходе объезда глава города также проверила содержание территории по Молодогвардейской и Невской. Стартовал прием заявок для участия в районном творческом фестивале национальных культур «В дружбе народов Единства России», говорится в телеграм-канале промышленного района. К участию приглашаются жители города, дошкольники 5-6 лет, дети младшего, среднего и старшего школьного возраста, а также молодежь от 18 до 35 лет. Подать заявку можно по номинациям «Декоративно-прикладное творчество», «Хореография», «Вокальное искусство». Заявки принимаются до 31 марта. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что родителям при рождении близнецов, двух и более детей, предоставляется единовременная выплата. За ее оформлением одному из родителей нужно обратиться в МФЦ или воспользоваться региональным порталом госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов, представители департамента городского хозяйства, прокуратуры и ГЖИ сегодня провели встречу с жителями дома 92 по улице Алексея Толстого, сообщает в телеграм-канале Самарского района. В ходе общения были даны разъяснения по вопросам установки маяков на трещинах в здании для наблюдения за изменениями состояния дефектов, а также озвучены алгоритмы работы оказания содействия по коллективному обращению в организации одностороннего движения по улице Алексея Толстого.